В поселке Сокол прошел прием граждан по личным вопросам. Мэр областного центра провел встречу в администрации поселка. Основные вопросы были связаны с проблемами кровли. Также жительница дома по улице Гагарина, 28, пожаловалась на то, что несколько лет назад она получила жилье от муниципалитета. И спустя 4 года начала сильно течь крыша. В итоге весь ремонт она делала за свой счет. Однако проблемы не решились, и недавно снова образовалась большая течь. Я так понимаю, что вы денег не просите, вы говорите, сделайте мне ремонт после протечки, которая произошла в результате кровли. Вы были в этой квартире? Таким образом, градоначальник поручил управляющей компании специалистам департамента ЖКХ собрать комиссию, в ходе которой установит, что протечка кровли стала причиной всех неприятностей. И к пятнице лично мэру сообщат обо всех мерах, которые были приняты для устранения проблем. 28-й, да, вот это два дома, которые требуют ремонта капитального характера.